Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Егор. Сегодня мы продолжаем проходить Black Mesa. И, как я и говорил, мы начнем, как я в прошлой части сказал, мы начнем с того же момента, на котором меня тогда убили. Вот здесь я додумался и не стал стрелять по турелям, а просто-напросто закрыл дверь, и все. Здесь, так, ага, вон одну турельку уже прибили, которая там была. Надо оглянуться здесь, вообще есть они еще рядом или нет. У меня подозрение, что я сейчас... Ой-о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 й. Зря я это сделал. Так, а, давайте. Гранат как подарочек. Бум, все. Проход свободен, можем идти дальше. Господи, кто эти лазеры так ставил вообще? Какой придурок. Какой криворукий придурок. Так, возможно, туда надо прыгнуть, хотя мне что-то не верится, что это безопасно будет. Так, уйди отсюда. Давайте-ка дверку откроем, посмотрим, что нас ждет дальше. Мне кажется, сейчас какой-нибудь чувырло по-любому вылезет. Опа. А хрен ли вы тут валяетесь? Что такое? Ладно, давайте-ка подлечимся для начала. Фух. 96 хп вполне достаточно будет пока что. А вот это уже мина, я ее точно помню. Так, ой-ой-ой, там Джимен прошел. Куда ты делся, чертила? Ладно, о боже мой. Теперь, короче, что-то... Сказали теперь это... Здесь армия командует или что-то в этом роде. Я не сильно расслышал. В общем, там было слово «милитари» и... Это же армия означает. Ладно, все, не будем отбиваться от темы. Значит, скоро мы сейчас уже увидим военных. Так, что у нас здесь есть? Патронов нету? Нету, блин, печально. Ох, ладно, что-то мне подсказывает мое сердце доброе, что не к добру все это. Ну-ка, а что здесь интересно? Так. Чё, что? Блин. Вот и первый. Да хрен лишь ты такой... Я ему в голову вроде несколько пуль садил, он все равно живой еще. Шлем уже не выдерживают так много. О, зато у меня теперь автомат есть, отлично. Гранат к нему нету, и прицелиться нельзя. Выглядит довольно забавно, хочу сказать. Все, подлечились. Так, что дальше? Что здесь дальше? А что там? Что там за кнопка была? По-любому, раз кнопка, значит, она что-то делает. Должна, по крайней мере, что-то делать. Ну-ка. Нет. Возможно, вот этот ящик, который там висит, надо было ему на голову свалить просто, когда он там стоял. Но, в любом случае, я его уже убил, так что можно успокоиться и ехать дальше. Поднимаемся наверх, и помнится мне по первому Half-Life здесь момент, когда на меня собачки нападут, вот эти, как я их называю, я не знаю, как они называются, и пошла загрузка. Давайте-ка я загрузку все-таки вырежу сейчас. Что ж, едем дальше, поднимаемся по лифту, загрузка прошла, я ее вырезал, как и говорил. Так. Мне-ка... Ой-ой-ой, так, я слышу. Не стреляйте. Мы команда ученых. Ну-ка, спрячусь здесь. Ой-ой-ой. По мне чуть не попали. Где он? Ага, вон он. Ну-ка, высунься, дружок, высунься. Воу, как ты? Блин, какой у них голос вообще странный. Какой-то электронный у них голос, честно. Да, автомат как-то... Не сильно здесь и помогает против них, блин. Вот они меня как-то убивают быстро. Так, все. Ой-ой-ой-ой-ой. С него как шапка прям упала-то, а? Так, это не конец. Я уверен, что это не конец, что там еще. По-любому спряталось. Ой-ой-ой-ой-ой. Вон он, блин, я по бочке стреляю. Ой, не бочка, а коробка. Ну-ка. Так. Все-таки фигня этот автомат. Так, получай, получай. Что, патроны есть? Блин. Надо перезарядиться, сейчас дадут патроны. Отлично, все. Что здесь интересного можно найти? Ага, аптечка. Она мне сейчас как раз необходима. Все-таки нужна была. Так, бедолаги, убили вас. Не повезло вам реально. О, патроны для магнума, а он у меня что, полный разве? Надо перезарядиться, и тогда смогу восполнить патроны все-таки. Все, отлично.
Мне кажется, даже магнум будет как-то посильнее против них, получше. О, еще аптечки. Давно я вот этой энергетической зарядной штуки не видел уже здесь. Все, она кончилась, идем дальше. Так, теперь надо куда? Вопрос, что за коридоры? Они сейчас оттуда вылезут, да? Я уверен. Ага, вот еще какая-то. Ну, а, блин, тут уже... Они поработали тут уже с этим, чтобы нельзя было выбраться. Такой соблазн взять и выстрелить. Но ладно, я не буду. Я возьму с собой на всякий случай, потому что вдруг они там есть. О, барнакл, дружище. О, отлично, получай. Не повезло, да? Ой-о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 й. Фу. Успел убежать. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, блин. Извиняйте, ребята, извиняйте. Случайно вышло, давайте повторяем. Так, получай. Огонь. Блин, косой я. Да что такое? Все, можно идти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж такое? Что за глюки? Простите, простите. У меня мышка после той смерти как-то резко получила огромную чувствительность. Так, вроде прошло все. Ух, вперед! А, не-не-не-не-не. Чувак, ты не думай, блин. Что такое? Почему у меня лагать-то начинает так на этом моменте? Получай. Не-не-не, ты меня не затащишь туда, чертяло. Фу. Я выбрался дальше. Что нас ждет дальше? Какие еще сюрпризы нас здесь поджидают? Ага, мины, отлично, только их мне не хватало. Так, давайте попробуем сюда пойти. Что здесь ожидает? Так. Че, нет никого? Конвейер. Раз конвейер открытый, значит, по-любому туда можно забраться и туда можно пройти. И там что-то интересное есть. Ну же, лезь. Вот так, молодец. Опа, хэдкрабы. Не-не-не-не, вы, ребята, давайте... Свалите-ка с меня! Нет. Так. Где? Где еще? Вас было четверо или пятеро? Надеюсь, я убил хоть кого-то этим взрывом. Так, а что здесь, интересно? Машина. Почему я на ней не могу уехать, интересно? Почему все так тяжело? Все так надо усложнять. Ой, что это? Палатка? Вау, она хотя бы колышется, отлично. Неплохо, правда, она какая-то прозрачная. Ой, блин, как всегда. Хочу взять турель, а беру краба. Сложная турель, вон лежит, ее подобрать даже нельзя. Ты его рюкзак, что ли, лежит? Убитого. Пух. Наверное, туда наверх забрался, и по-любому. Странно, что меня пока никто не поджидает так. Нет. Так, надо вот сюда лезть. О, я слышу его. Сделай это. Ну давай, сделаю это уже. Получи свинца, ублюдок. Все. Отлично. Почему у меня гранат нет для посольного гранатомета? Это обидно немного. Так, все, подлечились, можем идти дальше. А куда надо дальше, я не могу понять. Вроде закрытая комнатка какая-то. И что это такое вообще? Почему, какого хрена вообще военный здесь сделает около конвейеров? Неужели они предвидели... Ой-ой-ой-ой-ой, фу-фу-фу-фу-фу. Неужели они предвидели то, что я сюда... Блин. Неужели они предвидели то, что я сюда полезу? Это довольно странно и круто. Куда вы побежали? И же убьют. О. Можно стрелять. Ну-ка, что там? Ой-ой-ой-ой-ой. Турель. Нет, я не знаю, я не буду туда соваться, пожалуй. Блин. Что такое? Откуда ты стреляешь? Урод. Черт. Извините. Убили. Фу. А это тяжелее, чем с зомби сражаться все-таки. Они постоянно повторяют. Дуит!
все. Я знаю одного мужика, который знает все. Круто. Конечно, все замечательно, но... Но мне такие проблемы не нужны. У меня же автомат весь в крови. Вашей. Так, вон еще один. Действуем тактично. И аккуратно. Магнум получи, ублюдок. Да ёпта. Простите то, что меня так убивают. Возьмем сразу магнум, пожалуй. Придется с него патроны потратить, но оно того стоит. На, прямо в голову получи. Так. Где еще один? Ну, давай. Покажись. Я не кусаюсь. Чувак! Ой, блин, на этого ушло больше патронов. За потраченные патроны он поплатился своей жизнью. Так, а откуда ж ты стреляешь-то? Не учили, что ли, нельзя со спины стрелять? Все равно же вы все умрете, хрен ли, стреляете-то, хоть с честью и умрите. Так, граната. Откуда они ее хоть кинули? А, вон. Получи. Фу. Вроде в голову убил. Так, откуда? На. Все. Одним выстрелом убили его. Так, ладно, на этом я буду сейчас завершать уже эту часть. Что ж, спасибо всем за просмотр. С вами был я, Егор. Всем удачи и пока. До новых роликов. Сохранюсь, пожалуй-ка я. То опять сохранение пропадет. Всем удачи и пока.